героев Геннадия Гладкова вы еще не видели. Режиссер из Санкт-Петербурга Дарья Жалнерва задалась вопросом, почему бременские музыканты не может быть названием рок-группы, и поставила на сцене Саратовского театра оперы и балета самый настоящий семейный мюзикл, но с чертами современной молодежной поп-культуры. Сегодня у нас премьера совершенно нового мюзикла «Бременские музыканты». Очень известная история по мультику, по сказке, но рассказана совершенно новым языком. Все происходит на детской площадке, и кого только, каких новых персонажей мы здесь не увидим. Видели, как реагировали дети на появление разбойников, на появление музыкантов, на появление глупого короля и его телохранителей в духе голливудских телохранителей и каких-то голливудских историй. Поэтому Дарья Жалнерова, петербургский молодой режиссер, выложилась, по-моему, на 150%, и у нас появился в репертуаре очень яркий, неординарный спектакль. По словам Николая Шиянова, спектакль получился увлекательным для всей семьи. Юные театралы оценят яркую хореографию и веселый юмор. Старшее поколение сможет увидеть подзабытую романтику 90-х. Но бременские музыканты – это не единственный подарок, который театр оперы и балета подготовил к Новому году. Огромное количество детских и взрослых спектаклей, которые будут идти до 13 января. «Морозко», «Снежная королева», «Кот в сапогах». Ну вот весь спектр сказок, которые у нас идут в репертуаре. И вот теперь добавилась очень искрометная, радостная история про бременских музыкантов, которые, получаются, музыканты из нашего двора. Ну а всем любителям классики Николай Шиянов рекомендует приходить на спектакли пораньше. Причем не только для того, чтобы полюбоваться роскошной елкой в голубой гостиной. А перед каждым детским спектаклем за 40 минут рекомендую всем прийти на новогоднюю интермедию у елки, которая сзади меня. Здесь и Дед Мороз, это уникальный саратовский Дед Мороз Виктор Григорьев, народный артист России. С таким Дедом Морозом просто нельзя не встретиться в новогодние праздники. И уже московский режиссер Андрей Сергеев поставил великолепную интермедию с нашими артистами, поэтому получается два в одном, два спектакля каждый день.